Девчонки, завтракать! Диетический. Легкий завтрак для самого сообразительного мышонка. Так, план завоевания мира обсудишь после завтрака. Пап, ну я же не маленькая. Ну, конечно. Вы с мышонком уже взрослые барышни. Доброе утро. Доброе утро. Так, к новой школе готовы? Карандаши наточены? Телефоны заряжены? Волнуетесь? Да перестань запугивать детей. Это лучшая гимназия в округе. Прошу. Я же не зря 5 лет работала на квартиру в приличном районе, чтобы девчонки волновались из-за школы. Пап, да все нормально будет. За Машей я присмотрю, а меня Игорь в курс дела ведет. Не пропадем. Какой такой Игорь? Ну, тот самый, с которым котенок уже 7 лет в музыкалке учится. И? Скрипач в очках. Ну, с Керцу от Чайковского ты что, не помнишь? Конечно, помню. Так, все, мне пора. Девочки, главное не паниковать. И не сутулимся. До вечера. Катя сказала, что ты вчера закипел на проспекте Мира. Не волнуйся. Чего страшного, я уже совсем разобрался. Прошу. С этим можно разобраться только одним способом. Выкинуть твою машину, наконец, на свалку. И купить нормальный автомобиль. Мне эта девяточка дорога, как память. Помнишь, как мы Катюшку в ней делали? Помню, помню. Только это было 15 лет назад. А вот детали забыла. Ладно, поступай, как знаешь. Котенок, без паники. У тебя отчетный концерт в музыкалке. Пальцы еще пригодятся. Ну, проверка боеготовности, мышонок. Домашнее задание, дневник, ингалятор. Забыла. Так, спокойно, мышонок. На нашем семейном космодроме всегда найдется запас секретного оружия против астмы. Держи. Сдвинь ведро в сторонку, убогий. Хорошего дня, мышонок. Ты лучший в мире котенок. Простите. Ты что такой? Что вы себе позволяете? Она мне сейчас типа говорит, двойку поставит. А, забей. О, куда прёшь, бацилла? Первый день уже нарываешься. Харе наезжать. Чего девчонку кошмарить? Хватайся, принцесса. О, понятно. Увидимся. Погнали. Пока. Ну, что короче, это сейчас было? Говорю. Она типа такая... Ой, да ладно. Привет. Первый день уже с местной звездой затусила. А это кто? Головная боль это. Пошли, в класс опаздываем. Савельев опять звонил и велел передать, что срок его предложения заканчивается сегодня. Велел. Повелитель. Пошлите повелителю настенный календарь. Может быть, он не в курсе, что 90-е уже закончились? Я свой бизнес отжимать не позволю. А вы не боитесь, Ирина Николаевна? Если бы я боялась, я до сих пор бы сидела в бухгалтерии. И всего вот этого бы не видела, даже во сне. Так, и банкет в честь агентства Темпора 20.00. Подтвердите, буду. Одна? Или... Плюс один? Плюс один. Добрый день. Добрый день. Вам, как обычно, тюльпаны? Нет. Сегодня у меня спецзаказ. У нас с женой 15 лет свадьбы. Вся надежда на ваш утонченный вкус. Поздравляю вас. Есть отличный букет. Но дорогой. 5000 рублей. Сколько? 5000 рублей.
Беру. Так. А вы карточку принимаете? Да, конечно. Отлично. Отмена. Невозможно провести платеж. Извините, сейчас, секундочку, я... Алло, Юрий Николаевич, добрый день. Скажите, где мой гонорар за последние 3 статьи? Ну, я не могу больше ждать. Послушайте, я не могу покупать жене цветы за ее же деньги. Хорошо, спасибо. Возьмите. Деньги принесете, когда будет. Спасибо большое. Я обязательно верну. Спасибо. Слушай, а ты сделал задание по русски? Естественно. Чего они туда пихают? М? Нет? Вот-вот. То, что не доели другие люди. Да послушайте, а знаете, почему они это делают? Потому что мясо дорого стоит. Ну, представьте себе, они берут индюшку, отрезают ножки, крылышки, филе. Что остается? Правильно, остается жир, кожа и кости. Вот это они все берут. О, смотрите, и получается, это у меня ртаки с приветом. Сидите, их едите. Да, ребят, вы его прикид зацените. Это что, наш новый сторож? Ну что, девочки, пойдем? Может, кино? Давайте. Алло? Да, Кать. Привет. Да, алло, пап, привет. Ты не жди меня сегодня, ладно? Я просто на автобусе в музыкалку уехала. У нас учительница алгебры заболела. Ну да, хорошо, тогда увидимся дома, котенок. О, мышонок. Привет. Привет. Готовы ехать? А Катя не с нами? Нет. И на это у нее свои причины. Какие еще причины? Ну, переходный возраст и так далее. Скоро сама узнаешь. Пойдем. Итак, Олег представляет на суд жюри кокосовый парфе с ежевичным соусом и домашним мятным сорбетом. Олег, ну, выглядит просто восхитительно. Настолько красиво, что я даже боюсь... Когда... Жаль, что мама на диете. А это специальный торт, диетический. Спасибо, спасибо. Калорий в нем меньше, чем в траве и в воде. Ну, знаете, я думаю, что... Идет, идет! Быстрее за диван! Может, не только, как вы говорите, притронуться, но и попробовать то, что я делаю, на вкус, оценить. Знаете, я думаю, что... Я не думаю, а надеюсь, что они оценят все по достоинству. Всего. Ура! Олег, скажите, когда вы решили, что хотите профессионально заниматься кулинарией? Вы чего? С праздником! Ну, с каким? С годовщиной. Еще в детстве, рядом с домом, я совсем забыл. Спасибо, милая. А я Линочку попрошу, чтобы на следующем году обязательно не стал расписание. Ой, да, кстати, расписание. Я буквально на 10 минут только переодеться. Проводите, знаете, там все свободное время. Вот, знаете, эти... Эти запахи, я как вспомню, знаете, у меня аж слюнки текут, ага.
Да, да, знаете, она пекла такие... А? Ты что, решил прибраться в шкафу? Нет. Решил, пойду с тобой. Как тебе такой вариант? Не очень. Тебя же это никогда не интересовало. Приходится менять интересы. По-моему, это единственный способ остаться с тобой наедине. Ну, Вильям, это невозможно. Это закрытое мероприятие. И потом списки гостей утверждали за 3 месяца. Не, посторонних туда не пустят. Ты чего? А чего, пусть здесь поваляется, все равно засохнет. Мне же меньше уборки. Работа есть работа. Понимаю, а семья? Ира, я давно хотел с тобой поговорить. О, давай не сейчас. Я устала. Я очень замерзла в такси. Ну, а потом вставать в 6:30. Хорошо, я тебе сейчас чаю с медом сделаю, чтобы согреться. Угу. Очень-очень люблю. Девчонки, давайте быстрее! Это тебе. Пап, ты серьезно? Даже у бабушки телефон был круче. Возможно, потому что бабушка не теряла телефон 2 месяца. А, ну это мелочь, попрекать вещами. Он был в моей куртке, я не знаю, куда он делся. Кать! Мышонок, поторопись! Папа, посмотри, мама оставила. Ого, какой глазастый мышонок. Так, это никуда не годится. Мы это с тобой должны исправить. Так, посмотри на меня. А давай к маме на работу зайдем. Мышонок, природоведение тебе этого не простит, поэтому сначала в школу. Вильям Леонидович, доброе утро. Доброе утро. Мария, здравствуйте. Позвольте, я вам помогу. Спасибо. Всего доброго. Хорошего дня. Лидочка, добрый день. А, Ира, у себя. Я буквально 5 минут только вот отдать документ. А, Ирина Николаевна на обеде. А вы оставьте, я сама передам.
Отлично, я знаю, где она обедает, заодно выпью кофе с женой. А, Вильям Леонидович, подождите, а вы не успеете. Она вот-вот вернется. Вы подождите, я вам кофе сварю. Спасибо, Лидочка, но я лучше эти несколько минут проведу с женой. Мне же могут по работе звонить. Перезвонят. Я не видел тебя целых 15 часов. Я очень соскучился. Скажите, это вы снимались в «Отважном сердце»? Да, я. Я вас сразу узнал. Дайте, пожалуйста, автограф. Ирусь, ты чего? Я всегда плачу за свою женщину. Спасибо. Спасибо. Значит, я твоя женщина? Ты не просто моя женщина. Ты любимая и единственная. Ты чего, не мог ему в морду дать? Да ты хоть раз в жизни мог повести себя как мужчина? Я... Господи, не мужчина, а тряпка. Я не верю, что что-либо можно решить кулаками. А я не верю в наш брак. Не верю. Да, ты всю свою жизнь отдал семье. Всю свою жизнь отдал детям. А я дрянь. Только я так больше не могу. Ты его любишь, да? Да при чем здесь Артур? Артур. Я тебя не люблю. И жить с тобой я не хочу. Так ладно, не кричи. А я буду. А, девочка, а я буду кричать. Я у себя дома, и поэтому я буду кричать, потому что мне надоело притворяться, понимаешь? Мам, папа, чего? Вы что, правда решили разойтись? Никто никуда не расходится. Мышонок, иди ко мне скорее на ручки. А ну-ка, вспоминай наше стихотворение. Сладкий маленький мышонок. Папу целовал. Спросонок. Так, где ингалятор? Так, давай, дыши, дыши. Молодец. Вот все и прошло. Давай ложись под одеялко. Так. Угу. Давай. Кать, подай, пожалуйста, книжку. Спасибо. А вы с мамой? Мама просто перенервничала, устала, вот и сорвалась.
Все будет хорошо. Давайте читать. Это что, последний завтрак перед смертной казнью? Значит так. На эту квартиру заработала я сама, поэтому у тебя нет на нее никаких прав. Поэтому ты можешь пожить в квартире своих родителей. Здесь я тебя видеть не хочу. Но меня твои метры не интересуют, я думаю о детях. Да, девочкам нужно будет привыкнуть, что мы будем жить отдельно. Поэтому я прошу тебя в ближайшее время с ними не видеться. С какой стати? Я их отец, они поют со мной. Куда? В двушку, в Бирюлево? Жить с отцом без постоянной работы и постоянной зарплаты? Не смеши меня. Девочки будут жить со мной. Пожалуйста, пей кофе и уходи. Я на это пойти не смогу. Если понадобится, я буду вынужден обратиться в суд. Делай, что хочешь. И запомни, ты сама все разрушила. Хорошо, ты квартиру сдать не успел. Остался бы сейчас на улице с комплектом сменного белья под мышкой. А я думал, у меня друг есть, который меня не бросит и не оставит. А друг тебя и не оставил. Зря ты Ирку работать отпустил. Дома бы сидел, таких номеров не откалывал. Но все-таки моя жена, а не рабыня, чтобы ее в заперти держать. Значит, нужно было Катерину в ясли сдать. Самому работать. Какие ясли? Катя с ее аллергией, дисплазией. А Машка, она же очень чувствительный ребенок. Малейшее волнение, и у нее астматический приступ начинается. Не, я все правильно сделал. Да, солнышко. Нет, сегодня точно никак не получится. Регинке привет передавай. Нет, ну почему? Конечно, соскучился. Светик, тебе мой друг привет передает. Да. Целую, солнышко. Светочка. Угу. Че, Регина поняла, с кем связалась и бросила тебя? Вилли, таких, как я, не бросают. Такие, как я, на расхват. Светочка в 5, Регина в 9. Ты не кисни. Избавишься от Ирки и заживешь полной жизнью. Послушай, у меня дети. Никто, кроме меня, лучше о них не позаботится. Катя и Маша должны жить со мной. Я пойду на все ради того, чтобы это сделать. Значит, тебе пора знакомиться с моим соседом по даче Петром Васильевичем. В смысле? Адвокат. Папа, я с дельфинами плавала.
Девочки, познакомьтесь. Это Клавдия Васильевна, наша домработница. Теперь. Здравствуйте, девочки. Теперь она будет нам готовить и помогать поддерживать чистоту. Ну зачем домработница? У нас же папа есть. Ну, мы теперь с папой будем жить отдельно. Вы не волнуйтесь, завтра у меня собеседование с нянями. Я не хочу няни, я хочу к папе! Тихо. Дайте ингалятор в ящике. Да не в этом. Как это? Что это надо делать? Тихо. Ты даже не умеешь моим ингалятором пользоваться. Алло, пап. Пап, поговори с Машей. Она плачет, но я успокоить не можем. Мышонок, ты грустишь, потому что я пока не буду жить с вами. Но я всегда буду вашим папой. Я с котенком вас очень-очень сильно люблю. И скоро заберу себе. Алексей. Доброе утро. Я вам кофе сделаю. Не надо. Так ты ешь давай, облегчает. Рецепт проверенный годами. Можно подумать, ты пил годами. Так, господа, пока я хотел бы уточнить детали нашего дела. Ваши дети готовы жить с вами? И сообщат об этом на суде. Ну да, я в этом нисколько не сомневаюсь, так как с рождения их воспитанием занимался я, пока жена зарабатывала. Да у нее и времени нет. Я думаю, что шанс получить опекунство у вас есть, но вам нужна постоянная работа. Надо суд убедить, что вы можете содержать детей. Хорошо, я найду работу, хорошо. Только пока не понимаю, где. Опыта у меня тут маловато. Ну, вы как-то решаете это дело побыстрее? Хорошо. Тогда я займусь вашим делом. У меня, собственно, все. А провожать меня не надо. Спасибо тебе, Вильям. Я снова человек, а не похмельная скотина. Не за что. Будет тебе работа, нам как раз нужен менеджер по продажам. Правда? Да. У тебя человеческая одежда есть? В смысле? В смысле, костюм какой-нибудь есть? Да я отродясь костюмов не носил. Вильям. Все время хотел похудеть. Перепробовал тысячу диет, но потом все банально закончилось. Спорт 4 раза в неделю, ну, конечно, никаких углеводов там. Хлеба, пиццы и так далее. Вот вы любите пиццу? Очень. Вот. Вот,
Скажите мне, что вы больше любите? Пиццу или здоровые сосуды? А без здоровых сосудов хорошей интимной жизни не бывает. Я вам покажу такую интимную жизнь. Ой, вы уж познакомились. Евгений Георгиевич, самый понимающий генеральный директор в мире. Евгений Георгиевич, а это... А это? Работать у меня не будет. Клоун, телевизор иди. Правильно. Девочки, мне нужно сказать вам что-то важное. Есть один человек, который очень хочет с вами познакомиться. Какой человек? Ну, он мой друг. Он придет завтра и... Просто друг. Или друг-друг. Я не хочу никаких друзей. Отведи меня к папе. Машенька, только не нужно ныть. Он любит детей не меньше, чем папа. Эй, мышонок, вышенос. Мы с тобой этому другу такую райскую жизнь покажем. Спорим, он против нас с тобой часа не продержится. Кто тебя за язык кинул? Я бился с ним весь день, ничего не вышло. Извини, брат, с работы я тебе не помощник. Это я еще утром понял. Зато я сегодня просидел весь день на телефоне, обзвонил все объявления. И? Сейчас будешь удивлен, но филологи без опыта работы не пользуются спросом. Но я сделал невозможное. Завтра выхожу на работу. Охранником в продуктовый магазин. Ты? Охранник? Да. Ты шутишь? Нет. Осталось пройти только испытательный срок. Мадам, боюсь, вы были слегка рассеяны и промахнулись мимо корзинки. Ой, как неловко. Спасибо, милый. Очки дома забыла. Дальше носа прям ничего не вижу. Спасибо. Эй, ты! Икру положи на место. Извините. Стой! Стой, кому говорю! Итак, небольшая ваша пробежка обошлась нам в 10 тысяч рублей, 3 жалобы от покупателей и одного сбежавшего воришку. Не могу сказать того же о вас. Мне кажется, вы вегетативно не способны к этой профессии. Сложно с вами спорить после такого кино. Я знал, что вы разумный человек. До свидания. Девочки, мама дома. Привет. У меня сегодня для вас сюрприз. Знакомьтесь. Это мой друг Артур Соколов. Здравствуйте. Дурацкое имя Артур. У нас на даче соседскую собаку так звали. А, я надеюсь, собака была красивая, добрая, как я. Это тебе. Спасибо. А это тебе. И я постараюсь, чтобы наше знакомство стало началом доброй дружбы. Моя дружба за подарки не продается. Маш, ну как ты разговариваешь со взрослыми? Возьми подарок и скажи спасибо.
У нее трудный период. Это у тебя трудный период. Маша! Мам, не волнуйся, я с ней поговорю. Мышонок у нас отходчивый. Прости, кто у вас отходчивый? Налей мне вина, кухня там. Ты же говорила, что мы будем его райскую жизнь устраивать. А сама стояла и улыбалась. Мышонок, да ты хоть знаешь, кто это? Это же сам Артур Соколов, кинозвезда. Это как если бы мама с Брэдом Питтом встречалась. Не нужен мне ваш Брэд Питт. У меня папа есть. Ладно, ладно, не реви. Избавимся от Артура. Только надо действовать с умом. Тут грубость не прокатит. Да у тебя, брат, талант. Я уже со счета сбился за эти два дня. Это какое у тебя увольнение? Третье? Технически второе. На третью работу меня даже не взяли. Для таксиста премиум-класса я недостаточно классный. Не отчаивайся. Третий сорт не брак. Спасибо тебе. Найдем тебе что-нибудь. Чего-то сомневаюсь. Ты знаешь, когда заполнял резюме, заткнулся на пункте навыки. Я же ничего не умею. Бесполезнее меня только хомячки. Ну-ну, ты не трогай хомячков. Они умиляют. Ну-ка. А как насчет стирать, готовить, ухаживать за больными, убирать дом? Послушай, я этим занимаюсь 14 лет. Только вряд ли кому-нибудь нужен такой человек, как я. Нужен, Вилли, нужен. И за очень приличную зарплату. Добрый день. Угу. Да, я все получила. Угу. Да, посмотрю. Угу. Угу. Хорошо. Да, спасибо большое. Я вам тогда позже наберу. Да, спасибо. До свидания. Доброе утро. Угу. Я на собеседовании. Садовника я уже нашла, вы опоздали. Я на должности домработницы. Ну. А почему сразу не на императора всея Руси? Звучит престижнее. А в этих вопросах, я думаю, компетентны так же, как и в домоводстве. А зря вы так. Я прекрасно мою посуду, убираюсь, стираю. Слушайте, и... подробности вашего холостяцкого быта мне не интересны. Я ищу женщину, которая умеет вести дом. Если бы я искала мужчину, который умеет складывать носки в стиральную машину, я бы вышла замуж. Послушайте. До свидания. И мне, ребят, мне, ребят, давай. Да это же этот Соколов! Ну, я «Отважное сердце» 7 раз пересматривала. Кому-то еще что-то? Привет! Да, ну. Ты что, его знаешь? Ну да, даже очень хорошо. Он лучший друг нашей семьи. Ну что, пойдем? Ребят. Привет. Представляешь? Вильям Леонидович? Да-да. Уделите мне пару минут? Да, пожалуйста. Позвольте представиться. Соломатин Геннадий Дмитриевич. Адвокат, доктор юридических наук. Очень приятно. Вильям Леонидович, у нас с вами есть общий интерес. Ведь вы сейчас разводитесь с женой. Откуда вы это знаете? Ну, теперь это уже не важно. Я могу представлять ваши интересы в суде. Строго говоря, все, чем сейчас владеет ваша жена, нажито в браке. Да. Ну, стало быть, это совместно нажитое имущество, и в случае развода оно делится пополам. Я вам признательна за правовую лекцию, но могли бы вы перейти ближе к делу? Уже. Я помогу вам отсудить вашу законную половину имущества, включая часть фирмы. Потом вы продадите пакет ваших акций моему клиенту. Цена вас устроит, я обещаю. Спасибо.
Подождите, меня не устраивает в первую очередь само предложение. Если я буду судиться со своей женой из-за фирмы, она перестанет меня уважать. А сейчас она вас уважает? Ну, хорошо. Мои дети не станут меня уважать. А они вас уважают? Почему тогда они остались с матерью? Я сам себя перестану уважать. А вы сами-то себя... А, простите, простите, я не это имел в виду. Вилен, да. Поймите, что без денег вам не дадут опеку над детьми. А это реальный шанс. Подумайте над этим. Я окончила курсы домоводства при Британском образовательном центре и являюсь сертифицированным дворецким. У меня диплом медсестры и курсы повышения квалификации по специальности диетология. Я бы хотела вам предложить лаконичный букетик из нескольких гортензий, но розы из вашего сада тоже чудесно оттенят фарфор. Спасибо. Когда вы можете приступить к работе? Никогда. Она нам не подходит. Ты что, издеваешься? Кто тебе вообще подойдет? Английская королева, может быть? Ну, это слишком. Ты, мать, слушай. Мать жизнь прожила, ее на кривой гортензии не обскачешь. Так, что у нас тут? О, маникюрчик. Длинноват для домработницы. Чулочки? Это для меня старухи. Нет, для меня. Я люблю хорошее белье. Это что, преступление? Для домработницы почти. А грудь давно делали? Мам. Сколько обошлась? У меня натуральный бюст. Я тоже всем говорю, что у меня свои зубы. Она устраивается к нам на работу, чтобы в нашем поселке найти себе богатого мужика. Будет бегать, трясти своим естественным бюстом перед чужими мужьями. Спасибо, вы свободны. Я вам позвоню. Перезвоните? Угу. Как же? Да чтоб ты провалилась, карга старая. Спасибо. Мама, сделал тебе чая? У меня есть. Пошел вон! Это сексизм! Выбирайте выражение в приличном доме. Вы не можете мне отказать в работе по половому признаку. В своем доме я могу делать все, что я захочу. Поэтому без лишних приветствий вы нам не подходите. Всего хорошего. Следующий. Поймите вы, пожалуйста, ну, если вы мне откажете в работе, то у меня после развода отнимут моих детей. Молодой человек, лично против вас мы ничего не имеем. Домоводство – это женская работа. У женщин генетически больше опыта в сфере мытья полов. Да вам не найти лучше женщины, чем я! Ну, в смысле, для этой работы? Не верите? Хорошо, устройте конкурс. Я могу устроить вам неприятности. Один звонок начальнику охраны, у вас будет очень увлекательная неделя. Хотите? Нет, нет, хочу конкурс. Хочу конкурс. Мам, ты что, шутишь? Ты серьезно хочешь битву поломоек? Да, хочу. И тогда я без вопросов возьму его на работу. Ну, хорошо. Пусть будет конкурс. А во сколько пробы? Дай сюда. Артурчик, мы ведь тебе деньги платим не за красивые глаза. Ты свои горные долги отрабатывать собираешься? Или можешь мне Савельеву сказать, что ты пошел в отказ? Я все сделаю. Я же вам Иркиного мужа слил. Как выяснилось, он с ней судиться не собирается. Ты учти, пока Ковригина свою фирму Савельеву не передаст, он тебе долги не простит. А будешь тянуть, проценты копать начнут. Понял. А нужно просто ее мужа додавить. Я сегодня с Иркой поговорю, пусть она запретит ему видеться с девочками. А он девочек обожает и ради них сделает все. Додави? Додави. Мне все равно как. Мне важен результат. Понял? Понял.
Слушайте, вы будете колоть или нет? А я уже все сделал. Витаминный заряд давно разливается по вашему телу. Что это? Ваш контракт. Поздравляю, вы приняты на работу. Испытательный срок месяц. Спасибо. Спасибо. Вы увидите, я не подведу. Рабочий день с 8 утра. За опоздание штраф. Я согласен. За уход в рабочее время увольнение. Никаких уходов. График ненормированный. Я справлюсь. Приступайте завтра. То есть до завтра? До свидания. До свидания. Приятно видеть, Жанночка, что хоть иногда ты ошибаешься. Вот не хотела брать мужчину, а он всех обошел. Неделя. Он не продержится дольше недели. Одна ошибка, я его уволю. Или, что вероятнее, сбежит от тебя сам. На площадке не было ни одного каскадера. А у нас там такой экшен, и Громов ко мне подходит и говорит, слушай, давай снимем крупный план. Мой. Другой бы на моем месте отказался, а я согласился. Ну и с тех пор режиссер Громов мой лучший друг. Да ладно, Громов, который сейчас «Последнюю метель» снимает? Да. И вы можете нас к нему на съемки провести? Могу. Вообще, я так спросила. Интересно же. Маша, а ты почему торт не ешь? Потому что он невкусный. Мой папа намного вкуснее торты печет. А я его и не пек. Я его в магазине купил. Да, прошу. Нет, как обычно. Маш, подожди. А можно и мне чайку тоже? Спасибо. Сейчас. Сахар положить? Да, ложечку, пожалуйста. Лен, я сколько раз предупреждала, чтобы такого не было? Нет. Нет, Лен, я же сказала нет. Ир. Леночка. Хорошо. Девчонки, спасибо. Мы с вашей мамой хотели к концу четверти сделать вам подарок. Угу. Да, но я подумал, что тянуть, а? Сейчас. Да, хорошо. Нет. Да, записала. Чего? Да, буду. Машина, как обычно, в 9:00. Та-дам! Такая приставка в нашем классе только у Дэна есть. Ну, я попрошу у него диски. Ну, вот. Эй, да хватит пинаться уже. Не хочешь брать, не надо. Я хочу, чтобы папа вернулся, а ты нет. Хорошо. Маша, что за хамское поведение? А ну, вернись к столу. Ирусь, ты чего? Не дави на нее, она... У нее нервный срыв. Это пройдет, и мы с ней обязательно быстро подружимся. Угу. Ну или не быстро. Она мне вместо сахара соль насыпала. Нет, по химии лабораторию не делают. Школа, конечно, домой. Да, это точно. Ой, еще это по всем не пора бежать. Я перезвоню. Сейчас, ребят, подождите. Новенькая. Ну, что, ребят, ну это же, ты знаешь, Артур Соколов. Ну что? Ты можешь попросить для меня автограф? Вообще, мы торопимся. Артур обещал отвезти меня на съемки «Последней метели» и с режиссером познакомиться. Слушай, мы завтра после этого идем пиццу есть. Тут рядом зачетная кафешка. Угу. Пойдешь с нами? Я не знаю. Катерина, а ну и бегом в машину. Опаздываем уже, на площадке ждут. Ну ладно, пойдем. Проводи тебя. Пойдем проводим. Артур, а можно мои друзья тоже с нами поедут? Они твои фанаты и очень хотят познакомиться. Поехали, в машине места всем хватит. Спасибо. Поехали. Только скорее, ребят. Стой, видео, давайте. Обмажите в камеру, пожалуйста, положите. Смотрите сегодня в нашей программе. Продолжение захватывающего... Мышонок, папа на проводе. Как думаешь, что сегодня будет в корзинке сюрпризов? Думаю, что-то противное. Может, омары? Итак, Светлана, что вы готовите? Мышонок, уверен, что сегодня будет севиче из морепродуктов. А мышонок, перерыв вещания на 3 минуты. Сможет ли куриное жаркое у нас сегодня победить? Конечно. Вы хотите взять главный приз?
Ну что же, пожелаем Светлане удачи. Ее куриное жаркое, как считает Светлана, принесет ей победу. Боже, так, Вильям, что вы смотрите? Знаем после рекламной паузы. Все эти шоу – парад болванов. Надо интересоваться культурными событиями. Ни одной новой вещи не появилось. Да. Как будто не было этих 10 лет. И нам хорошо. Вильям, милый. Рид. Приготовьте мне апельсиновый фреш. А, сию секунду, через 3 минуты будет у вас в комнате. Тем более там есть телевизор побольше. А здесь все мои комнаты. Нет, так что можете не отвлекаться от цитрусовых. Вам деньги платят не за беседы. Понятно, конечно, но... Мы прощаемся с вами. Смотрите на следующей неделе свадебный банкет на 100 человек и всего 8 поваров. Да ладно, она правда в платье не влезла? Да, она просто была в отпуске и набрала 5 килограмм. А вот о платье для нее специально из Италии заказывали. Вижу, вы вдвоем не скучали. Привет. Пойдемте в столовую. Скоро суши привезут. Пойдемте. Ты была с ним на съемках, предательница? Ой, Маш, много ты понимаешь. Мама с папой уже не помирятся. Надо с Артуром контакт налаживать. Я вижу, как ты контакт наладила. Приставка, съемки, купилась на подарочки. Не кричи, приставка тут ни при чем. Вырастешь, поймешь. Не хочу ничего понимать. Все взрослые предатели, и ты предательница. Не хочу вырастать. Докладываю, газон подстрижен, питьевая вода доставлена, зимние вещи при близком чистке. Меню у вас на утверждении, Калерия Павловна отдыхает. Отлично. Жанна Сергеевна, вы могли бы отпустить меня буквально на пару часов? Я бы хотел повидаться с детьми, а то вечером они с женой. Ваши личные дела мне не интересны. Если вам нечем заняться в рабочее время, я могу вам помочь. Нет, лучше отдыхайте. А вы лучше работайте. Я наняла вас за мамой ухаживать. И если вы думаете, что я в ваше рабочее время буду хотя бы час терпеть ее капризы, вы ошибаетесь. Ну, так она же спит. Вилья, принесите мне минеральной воды без газа, с лимоном. Охлажденной, но не холодной. И, кстати, вы оштрафованы. Попытка уклонения от выполнения своих обязательств под предлогом личных обстоятельств. Пункт 10.4. Сейчас, подожди. Понял, понял. Да не гуди ты. Угу. Хорошо, хорошо. Все, на связи. Давай. Послушайте, вы, может быть, думаете, что вы на переговорный пункт устроились работать? Так я вас так прошу, вы здесь, чтобы шлагбаум вот этот открывать. Вот же... А что, большая проблема? Вы задержали меня на 3 минуты. Вы понимаете, сколько стоит 3 минуты моего времени? Это надо же. Сломался. 3 минуты потерял, орет уже все 15. Быстро! Вот что с человеком делает отсутствие полноценной сексуальной жизни. А мне сказал, что у меня внешность характерная. Такие типажи востребованы. Конечно. Ага, конечно. А что, конечно? Слушай, да. Может, после урока в кино мы решили пиццу домой заказать. Кинцо посмотрим. Отец чумовой домашний кинотеатр сделал. Ну, может быть. Ладно, я пошел. О, красавчик. Слушай, прикроешь меня перед крокодилом, да? Я хочу музыкалку прогулять. Что я скажу Оле Константиновне? Катя считает, что уже подготовилась к конкурсу. Игорь, ну скажи, что я заболела. Мы еще успеем порепетировать. Я вообще каждый день готовлюсь. А Дэн меня первый раз домой пригласил. Твой Дэн? Костиков, продолжишь у доски. Расскажи нам о конфликте Чацкого с окружением.
удачи, братан! Так, а ну тихо. Слушай, спасибо, что заскочил. Я тебя прошу, надо уехать. Хозяйка не разрешает. Не разрешает мне приводить сюда никого в гости. Что такое? Рабам личная жизнь не положена? Да, на работе не положено. Где я могу еще тебя застать? Дома ты не бываешь? Послушай, у меня полно работы. Жанна Сергеевна гоняет меня из малейшего чиха. А мне надо продержаться до окончания суда. Поэтому прошу тебя, ну пойдем через другую калитку. Ну, я тебя прошу, пожалуйста. Поздно, Вильям, поздно. Я зашел через главный вход, как белый человек. Твоя Жанна меня уже видела. Нет, не видела. Она уехала 15 минут назад. Поэтому у меня есть шанс еще быть невольным сегодня. На черном рейнже уехала? Да. О-о-о. Видел ее. Стерва еще та. Вот что с женщиной без мужичьей делает. Виля. Чего? Чего ты теряешься? В смысле? Подкати к ней. Твоя Жанна будет как шелковая, еще зарплату тебе повысит. Слушай, прекрати. Нельзя использовать человека. Нельзя играть его чувствами. Пойдем отсюда. Ой, тебе нимб не жмет, праведник. Ладно. Вызывай огонь на себя. Жанна, конечно, твоя не в моем вкусе. Но что не сделаешь ради друга? Знаешь что, я тебе не позволю. Понял? Пошли отсюда. Ладно, ладно, уговорил. Давай, давай. Поберегу свои нервы. Давай. Тихо, стой. А теперь давай. Тише отсюда. Алло. Как ты где? Да, пап, ты чего? Я же музыкалки. Нас крокодилы на четвертый час гоняют, к конкурсу готовят. Да, у меня уже все пальцы сводят. Катюша, 10 вечера. Я позвоню маме, чтобы она тебя забрала. Это же ненормально так долго. Нет, пап, ты чего? Это же международный конкурс. А до дома мне родители Игоря довезут. Да, мы договорились. Хорошо. Все, пап, пока. Пока. Ты куда исчезла? Там Алиска подбивает себе бутылочку играть. Нет, в другой раз мне пора бежать. Ты что, стесняешься? Да нет. Просто надо успеть домой, пока мама не спохватилась. Пока. Мышонок наелся? Да. Спасибо, было очень вкусно. Еще? Ой. Ну что, чайку? Да. Ну, привет, пианистка. Звонила училка из музыкальной школы и спрашивала, а не сильно ли ты заболела? Рассказывала о каком-то конкурсе. Ну да, это же международный конкурс. Мы готовимся. Да понятно, как ты готовишься. Ладно, не боись. Я ей сказала, что тебе очень плохо. Правда? Спасибо. Катерина, это ты? Иди ужинать. Да, мам, сейчас. Я руки помою. Спасибо большое. Сейчас Катя руки помоет и присоединится. Угу. Ай! О, Господи. Твою ж дивизию. Маш! Что? Ну ты прекращай эти дурацкие шутки. Почему опять я? Я что, одна в квартире живу? А может, он сам ее подложил? Маш! Маш, ну это совсем не дело. Вернись! Мышонок, я тебя очень прошу. Никаких кнопок, соли и так далее. Не огорчай, пожалуйста, мама, она тебя очень и очень любит. Не любит, а то бы не привела домой этого вампира. Мышонок, мама тебя очень любит, больше всех на свете. А теперь мне пора. Пойду отнесу к Лере Павловне отвар ромашки с липой, а то и чё-то не здоровится. Все, мышонок, будь молодцом. Пока. Пока. Еще нужно настраивать против меня девочек. Только ему. Только не нужно демонизировать Вильяма. Во-первых, это не в его характере. А во-вторых,
Да зачем ему это нужно? Ир, ну ты же умная женщина. Ему нужно отсудить у тебя девочек. На суде спросят, с кем они хотят жить. Ну, во-первых, спросят только Катю. Маша еще маленькая. Ну да, он и Катю к этому времени против меня настроит. Отсудит у тебя девочек, подаст на алименты. Нам нельзя вот так просто сидеть, сложа руки. Мы должны что-то делать. Ну а что? Я не хочу внушать девочкам, что у них негодный отец. Они так переживают после развода. Не надо никому ничего говорить. Просто внеси своего бывшего в черный список на телефонах девочек. Он не сможет им дозвониться. Они ему и все. С ума сошел. Но я не хочу изолировать отца от девчонок. Ира, это только до суда. Только до суда. Хорошо, я все сделаю. Девушка, что-то случилось? О! Могу я вам помочь? Можете. Если у вас в багажнике есть запаска для рейндж-ровера, можете поменять мне колесо. Ну, чего нет, того нет. Но я могу вас подвезти. Не бросать же барышню в беде. Ну, хорошо. Но если вы еще раз назовете меня барышней, я выпрыгну на ходу. И плевать, что у меня встреча с мэром. Ну, чего вы стоите? Я вообще-то спешу, помогайте, если взялись. Вы всегда занимаетесь только работой? Это окупается лучше любых других занятий. Могли бы догадаться, взглянув на мою машину. Да, машина у вас шикарная. Так же, как и вы. Нет, правда. Неужели никогда не отдыхаете? Вы что, сейчас мне будете впаривать горящую путевку? Остановите у того дома, мы приехали. Ну что вы, никаких горящих путевок. Просто хотел вас сегодня пригласить. На чашечку кофе или вина. Сегодня вечером я занята. Может, завтра, послезавтра, через месяц тоже. Всего хорошего. Ничего, ничего. И не такие крепости брали. Витамины и легкое седативное я вам выписал. Но главное, постарайтесь сохранять позитивное отношение к жизни. Ой, ну, Кирилл Иванович, о чем вы говорите? У меня же тахикардия, высокое давление. А дочь меня игнорирует. Вы не представляете, такого врагу не пожелаешь. Да полно, Калерия Павловна, не преувеличивайте. Да, передайте Жене Сергеевне, что оплатить нужно 3 часа. Хорошо. Это все. Всего доброго. До свидания. До свидания. Ой, я забыла, у меня еще лимфатический узел. Вот здесь вот, посмотрите.
Прошу всего минуту вашего времени. Я не могу молчать. Вы покорили меня с первого взгляда. Своей утонченностью, элегантностью, умом. Умоляю, согласитесь выпить со мной кофе. Минута прошла. Почему вы так жестоки со мной? Вы что, не верите в любовь с первого взгляда? Конечно, нет. Я уже вышла из детсадовского возраста. Причем давно. Если вы задержите меня еще хоть на секунду, я вызову полицию. Врешь, не уйдешь. Еще сама за мной побежишь. Вильям, милый, не беспокойтесь. Это мой психотерапевт. Я сама его встречу. Опять врач, он только что ушел. Ну хорошо, тот был для тела, а этот для души. Не путайте, пожалуйста. Делаем глубокий, медленный вдох через нос. А затем такой же глубокий, медленный выдох. А теперь представьте, как все ваши мысли о смерти покидают ваше тело. Калерия Павловна, извините, вы не могли бы меня отпустить буквально на один час? А то у девчонок телефон не отвечает, и я не могу им дозвониться. Вильям. Вы видите, я занята. Я пытаюсь побороть страх смерти. Идите куда хотите. Вы мне мешаете. Итак, только два наших участника сразятся в финале за главный приз – собственную кулинарную книгу. Это мечта любого шефа – иметь свою собственную кулинарную книгу. Но претендента два, а книга – ну, кто тебя огорчил? У кого? Узнаем через неделю. Мороженое даже не доел. Папа, он мне уже 2 дня не звонил. Ну, он, наверное, очень занят. У него же новая работа. Эта работа важнее, чем я. Он и в гости к нам не ходит. И звонить перестал. Может быть, вообще забыл, что я у него есть? Ну, конечно, не забыл. Мышонок. Он просто телефон потерял. Угу. Он мне говорил, как только он купит новый телефон, он тут же тебе позвонит. Выше нос, мышонок. Привет, Гриш. Стойте. Ты чего? Гриш. Ирина Николаевна велела не пускать. Так я не к ней, я к детям иду. Мне велено пускать только жильцов и гостей. Здрасте. Добрый день. А это кто? Жилец или гость? Ну, а ты сам подумай. Да и вообще, шел бы ты отсюда. Девочки о тебе даже не вспоминают. Ну, еще бы. Если с ними дома живет. Как Катя меня называет? Кинозвезда. Слушай, подойди сюда, звезда, поближе. Внесу коррективы в твой светлый облик. А? Так отполирую твою физиономию, что ночью сиять будешь, понял? Привет, Леша, можешь перезвонить попозже? Тут одному звездуну надо физиономию начистить. Ага. Стой, не надо. Если побьешь его, Ирка 100% в суде скажет, что ты неуравновешенный. Тебе детей нельзя доверить. Понял? Ты, как всегда, прав, Лёха. Спасибо. Ну что, тебе повезло, но после суда тебе так вести не будет. Клоун. Привет. Это все неправильно. Нельзя лишать отца общения с детьми. Маша по нему скучает.
Да и Катя тоже. Хорошая моя, я все понимаю. Тебе тяжело, девочкам трудно, но что поделать? На войне как на войне. Война у меня с Вильямом. И вмешивать в это детей – это жестоко. Все, я отменяю блокировку. Любимая, подожди. У тебя просто золотое сердце. Но ты помни, что ты это все делаешь только ради девочек. Осталось всего несколько дней. До сюда и все. Вильям, милый, я отпустила вас на час, а вы приехали через три. Ну, так не годится. Я осталась одна. Да, представьте, Калерия Павловна, что мир крутится не только вокруг вас. Не отбирают детей. И поверьте, это похуже, чем ваше давление и страх смерти. Можете спросить об этом вашего психотерапевта. Так, молодой человек, я работала всю жизнь, как ишак, и молчала в тряпочку, чтобы поднять свою дочь. И сейчас меня никто не заткнет. Да, я понимаю, что у Жаночки нет времени слушать мои жалобы. Значит, их будут слушать другие люди за ее же деньги. Так, что тут происходит? Английский фарфор. 19 век. Вильям, вы понимаете, что мне надо будет продать вас на органы, чтобы возместить ее стоимость? Можешь продать меня. Это я ее разбила. Для моего успокоения. Так, берите осколки. И, кстати, вы оштрафованы. Опять за что? Вы должны следить за спокойствием мамы. Если она нервничает, то это ваш промах. Не спорьте. Еще одна ошибка, и я вас уволю. Без всякого штрафа. Калерия Павловна, ваш завтрак подан. Яйца Бенедикт, зеленый салат, ваш любимый апельсиновый фреш и кофе. Вильям, у меня давление. Какой кофе? Без кофеина. А снизить давление нам поможет небольшая прогулка к купеческой усадьбе. Милый Вильям, вы забыли, сколько мне лет? Да я рассыплюсь, пока дойду до этих развалин. Сидите. Сидите. Я сейчас. Прибыль нужно увеличивать. И в течение этой недели каждый департамент должен подготовить свое предложение. Спасибо. Сердце красавицы склонно к измене и перемене, как ветер в мае. Прекрасно, Жанна! Я буду висеть в вашем окне, пока вы не согласитесь пойти на свидание. Так, не валяйте дурака, пожалуйста. Ласки их любим мы, хоть они ложны. Без наслаждений жить невозможно. Слушайте, соглашайтесь. Главное, чтобы он свалил, а не свалился. А на свидание можно и не ходить. Хорошо, я пойду с вами на свидание, но только на одно. Не стану. Немедленно опускайтесь вниз. Слушаюсь. Не смешите мой артрос. Ну, а вот, смотрите. Курсы гончарного искусства. Предпочитаю фарфор.
Городской дом культуры приглашает жителей города на ретро-танцы. Ну, дискотека, камуза. Вильям, что вы ко мне прицепились? Вы думаете, я старая бабка, которая не знает, куда себя деть? Чтобы шляться вот по этим дурацким мероприятиям. Все, с меня хватит. Алло, здравствуйте. А у вас можно заказать доставку учебных дымовых шишек? Завтра, спасибо. Записывайте адрес. Свидание. Вы обещали мне свидание. Обещал, но не сегодня. Понимаете, сегодня я устала, я хочу домой. Пожалуйста, давайте не сейчас. Я уже... Не сейчас, это значит никогда. Я на это не согласен. Подождите, ну пустите, куда меня тащите вообще? Послушайте, это всего лишь одно свидание. Если вам не понравится, клянусь, больше меня не увидите. Ну хорошо, видите. Но только чтобы вы отвязались. Только есть одно условие. Ты должна мне полностью довериться. Прошу. Стой. Вперед. Ступенька. Так. Так, все, авантюра затянулась. Куда ты меня привез? А? Назад в детство. У меня билеты в первый ряд. Ура! Ура! Пойдем. Спасибо. Слушай, у меня просто мышцы лица болят. Я не помню, когда последний раз так смеялась. Ты когда смеешься, совсем другая. Ты тоже совсем другой, когда не строишь из себя мачо. Я просто не понимаю, как ты узнал, что я люблю цирк? Про это даже моя мама не помнит. Я проник в твой разум. Нет, если честно, я увидел в твоей машине фигурки и подумал, что это неспроста. Ты еще и думать о нас умеешь? Ого. Значит, насчет второго свидания все решено. Не думала, что это скажу, но, пожалуй, да. Срочная эвакуация! Так, бросайте все! Немедленно выходим из дома! Вильям, зашли с ума? Вы слышите запах гари? Быстрее, нет, покидаем дом! Нет, ну даже я вафли не знаю. Я их могу напеку, только главное, чтобы дом не сгорел. Вперед! А сумочка, где моя сумочка? Во! Калерия Павловна, полюбуйтесь, а! Видимо, соседских мальчишек совсем отказал чувство юмора. Подбросили нам вот эту гадость, да, а? Как хорошо, что вы все уладили, Вильям. Я могу вернуться к вафлям? Нет, ни в коем случае. Весь дом в дыму. С вашим слабым здоровьем это просто опасно для жизни. Ну, подождите, вы что, предлагаете жить мне во дворе? Ну, это слишком радикально. Так, Калерия Павловна, пойдемте прогуляемся, пока дом проветрится. Полчаса на свежем воздухе и все. Ой. За мной. Вильям, да, куда вы меня привезли? Заметьте, ваши полчаса давно закончились. Калерия Павловна, терпение, только терпение. Вы же сами просили меня. Приготовите пасту белонеза. Просила, но безрезультатно. Ну, потому что я полный профан в итальянской кухне. Ноль без палочки. Но сейчас мы это исправим. Далее прошу. Нарезаем морковь кружочками. А вот и наши опоздашки. Проходите, пожалуйста. Познакомьтесь. Это Вильям и очаровательная Калерия Павловна. Здравствуйте. Здравствуйте. О, какое изысканное имя. А я Семен. Петрович. Очень приятно. Здрасте. Позвольте вашу сумочку. Я приберу, чтоб не попало в борщ. Благодарю вас. Ну что, не стоит благодарности.
Какое удовольствие видеть на наших занятиях столь изысканную леди. С таким изысканным именем. Вильям, милый, правильно сказал, сколько длятся эти курсы? У меня внезапно проснулся интерес к изысканным итальянским блюдам. Кать, привет. Слушай, сегодня музыкалки большой зал свободен. Может, порепетируем программу выступления еще раз? Нет, сегодня не получится, у меня другие планы. Какие планы? У нас выступление через 2 месяца. Ты что, забыл, что я болею? У меня грипп. Мне минимум неделю нельзя в музыкалке появляться. А то крокодил на все поймет. Ладно, пока. А я чувствовала, что вы лукавите. Знаете, милый Вильям, ну, Болоньеза ваша была лучше, чем у преподавателя. Нет, ну, просто я внимательно слушала указания. Ну, хоть кого-то вы слушаете внимательно. Жаль, не меня. Поэтому вы уволены. Собирайте вещи. Через 15 минут, чтобы вас здесь не было. Жанночка, это произвол. А это штраф. За ложный вызов. Сработала сигнализация. Приехало 2 пожарных наряда. И нашли, между прочим, вот это. Меня вызвали с работы, сорвали мои переговоры. Ой, боже мой, первый раз после школы ты приходишь домой белым днем, а не ночью, уставшая, как землекоп. Большая потеря. Так, мама, не драматизируй. Не затыкай мне рот, я твоя мать, имею право голоса. Если ты уволишь Вильяма, я уйду вместе с ним. В ночь. Калерия Павловна, Жанна Сергеевна права. Я доставил вам действительно много беспокойства. Секунду. Алло. Скоро буду. Сильно не наряжайся, ты и так прекрасна. Хорошо. Постараюсь одеться скромнее. Жду. Учусь. Ладно. На этот раз я вас прощаю. Чтобы ты, мама, не уходила в ночь. Но это был первый и последний раз. Спасибо. Катя, да пойми, что это очень важно. От этого зависит твоя дальнейшая жизнь. Ты так говоришь, как будто после суда меня расстреляют. Нет. Только если ты будешь жить с отцом, ты не сможешь ходить в гимназию. Ты не получишь достаточных знаний для того, чтобы поступить в институт. Да, и стану дворником. Действительно, лучше расстрел. Кать, ну мать же тебе добра желает. Ну подумай сама. Как вы разместитесь в двушке? Опять будешь делить одну комнату с Маней? Она вообще-то моя сестра, если вы забыли. Кать, перестань пререкаться. На суде ты должна будешь сказать, что хочешь жить со мной. Катя, мы можем на тебя рассчитывать? Ну что ты молчишь? Нет, а что говорить? Вы же за меня уже все решили. Даже текст подготовили. Да. Но только на суде его должна будешь сказать ты. Вот на суде и посмотрим, что я скажу. Виля, полегче. У меня свидание. Испортишь интерфейс? Виля, за мной.
Твоя Жанна крепкий орешек. Нет, ну Жанна, конечно, да, но пришлось попотеть. Но лед тронулся. Я же говорил, что к любой подход найду. Я ж тебе говорил, не лезь! Прекрати истерику, для тебя, дурака, стараюсь. Между прочим, мне твоя Жанна на хвост не упала. Вот и оставь ее в покое. Виля, тебя не уволили? Не уволили. Работаешь еще? Работаешь. Скажи спасибо вместо того, чтобы мораль читать. Готов ждать вечность. Я заболела. Грипп. Не приду. Бедная моя девочка. Что тебе нужно? Я же приехал, да? Быстро в аптеку сгоняю. У меня все есть. Врач ушел только 20 минут назад. Могу подняться к тебе. Растереть ноги водкой, сделать лечебный массаж. Я говорил, что умею делать. Нет. Врач сказал, полная изоляция. Вирус. Да ерунда. У меня железное здоровье. Вирусы отскакивают от меня, как мошки от слона. Ты знаешь, я уже выпила снотворное. Так спать хочется. Сон лучшее лекарство. Ну что ж, понятно. Жаль, конечно, что не увидимся. Завтра улетаю в командировку. Неделю на две. Может, на три. Как вернусь, сразу позвоню. Буду ждать. Жанночка, доброе утро. Доброе утро, мамочка. А, давай я налью тебе кофе. Спасибо. Вильям приготовил его, твой лучший сорт. Слушай, а круассаны ему сегодня очень не дались. Попробуй. Я рада, что тебе нравится. Наслаждайся. Завтра наше меню будет немного скромнее. Почему? Доктор не назначал мне диеты. Я увольняю Вильяма. Все, с меня хватит. Не зря я не хотела брать его на работу. Как знала. Что ты знала? Не важно, мама. Нет, это важно. Я не позволю тебе уволить Вильяма. Тем более у него завтра суд. Мам, нельзя быть такой наивной. Он все равно его проиграет. Понимаешь, шансов ноль. Хотя, ты права. Подожду с увольнением. Хочу посмотреть, как его в суде размажут по стенке. Приятного аппетита. Спасибо. Катюнчик, ну ты помнишь, что ты должна сказать? Что ты хочешь жить со мной. Да, и не забудь еще сказать, что папа не может обеспечить тебе уровень жизни, к которому ты привыкла. Не надоело еще? Долдоните одно и то же. Я помню все. Спасибо, Жанна Сергеевна, что подвезли. Я всегда знал, что вы добрый человек. Где-то в глубине души.
не так уж глубоко, как вы думаете. Я, пожалуй, пойду с вами на заседание. Хочу поддержать вас. Вы уже здесь? Очень хорошо. Заседание через 20 минут. Ну что, пойдем? Простите, а вы не могли бы узнать, кто это с ним? Постараюсь. Почему вы меня из школы забрали, а не мама? У нее дела. Какие дела? Вот вернешь, ты сама у нее и спросишь. Мама, Катя, и даже этот Артур уехали, и тебе не сказали куда? Не верю. Скажи, где они? Чего ты под ногами вертишься? Тебе заняться нечем? М? Сама виновата. Всех своих нянек спровадила. С тобой никто ужиться не может. А мне не нужны няни. Мой папа скоро домой вернется. Малыш, не всегда бывает так, как нам хочется. А папа все равно вернется. Сама увидишь. Истец, вы поддерживаете свои исковые требования? Да, Ваша честь. Истец просит присудить ему опеку над его несовершеннолетними детьми. Уважаемый судья, Ваша честь. Да вы поймите, я с самого рождения был с девчонками. Я заботился о них. Я готовил завтраки, запилал косички, читал книжки на ночь. Я был рядом. Ваша честь, я протестую. Это не имеет отношения к делу. Продолжайте. Послушайте, я был рядом, когда они болели, когда плакали над грустными книжками. Даже когда во сне мы снились страшные сны, я тоже был рядом. Вы поймите, девчонки сами привыкли, что папа поможет, папа поддержит, позаботится о них. Пожалуйста, не лишайте их этого чувства. Спасибо. Ваша честь, мы просим заслушать несовершеннолетнюю Екатерину Ковригину, с кем из родителей она хотела бы жить постоянно. По нашему мнению, это поможет суду вынести справедливое решение по данному вопросу. Прошу вас. Кать, ну что ты сидишь? Тебя все ждут. Давай. Екатерина Ковригина, а с кем из родителей вы хотите жить? С мамой. Спасибо вам большое. Всего доброго. Благодарю. До свидания. Ну, Русик, ну я же тебе говорил, ну кто в трезвом уме твоему бывшему детей бы оставил, а? Артур, не сейчас. Вильям, ну не расстраивайтесь так сильно. Вам же разрешили дважды в неделю видеться с детьми. Да. Спасибо.
Спасибо, Жанна Сергеевна. Спасибо. Да. Вы бежите, я доберусь сам. Подождите, Вильям. Никуда вы в таком состоянии один добираться не будете. Быстро в машину. Вам же на работу, Жанна Сергеевна. На своей работе только я решаю, когда мне приходить и приходить ли вообще. Марш в машину. Ага. Быстро. Спасибо вам за все. Но я увольняюсь. С какой стати? Я вас не уволю, вы мне нужны. Не, я никому не нужен. Не потерял семью, детей, жену. Хотя я продолжаю ее по-прежнему любить, но я для нее тряпка. Я сам в этом виноват. Послушайте, во-первых, дождитесь, пока принесут закуску. Во-вторых, прекратите это унылое самобичевание. Вы что, женились сами на себе? Нет, я на Ирке женился. Ну, значит, и она виновата в том, что случилось. Если ее что-то не устраивало, она вам должна была об этом сказать. В конце концов, именно для этого человеку дан речевой аппарат. Соберитесь. Но вы же пробились ко мне на работу, были таким решительным, напористым. Значит, вы не совсем тряпка. Спасибо на добром слове. Не совсем в моем случае, это уже комплимент. Любить себя нельзя заставить. А вот уважать можно и очень даже нужно. Как у вас все просто получается, Жанна Сергеевна? Просто не значит легко. Вы хотите побороться за свою семью? Хочу. Я помогу вам в этом. Только и вы мне должны будете помочь. В смысле? Закусывайте, закусывайте, не отвлекайтесь. Я хочу, чтобы вы помогли мне стать более женственный. Зачем? Ну, вы так хороши. Ну, не врите мне, пожалуйста. Мне надоело быть одной. А на меня только эти альфонсы западают. Я хочу любви, а не товарно-денежных отношений. Только у меня одно условие. Никакой жалости и никакого уровня. Это уже два условия. Но я согласна. Катюш, ты поторопись, 5 минут до начала урока. Спасибо, я в курсе. Чего так долго? В пробку попали. Да она такая дура, наговорила в суде ерунды какой-то. Почему ерунды-то? Ты же все сказала, как тебя мать просила. Да, а теперь я думаю, что папа предала. Слушай, твои эрдаки не могут нормально разойтись. Ты-то тут при чем? Все, давай, не кисни, пошли. Мы с парнями договорились прошвырнуться. Погнали! Со мной. Здравствуйте. Добрый день. Добрый. Могу я вам чем-то помочь? Да, пожалуйста. Вот эти 3 костюма, вот эти 2 рубашки. Угу. Также нужно 2 пары классических джинс и 3 белых рубашки. Отнесите все в примерочную. Размер? Размер. Пятидесятый.
10-й, да? Да, побыстрее, пожалуйста. Угу. Вы что? Вы с ума сошли? Вы видели эти цены? Я столько не зарабатываю. Не надо мне рассказывать, какая у вас зарплата. Я вам ее сама плачу. Вы работаете много и тяжело. И деньги на эту одежду у вас есть. Уж позвольте мне самому решать, на что тратить мои деньги. Не позволю. Потому что вы опять все захотите потратить на дочек, как и все, что заработали раньше. А это мой родительский долг. Нет такого долга растворяться в другом человеке. Пусть даже очень любимом. У вас должно быть время и деньги на себя. Все, вперед! Да ладно вам, она не сможет. Вы про что? Да забей, все равно откажешься. Нифига, парни, она готова. Я вам точно говорю. Ты же готова? Да к чему? Ну, к тому, чтобы стать частью нашей банды. Ну, конечно, готова. Ну, тогда тебе придется пройти обряд посвящения и доказать, что ты с нами. Ну, хорошо, я готова. Что нужно сделать? Нет, да вы что? Ну, я же говорил. Катя, чего? Ты же не трусиха. Я знаю, у тебя получится. Или мы больше не сможем общаться. Блин, что-то я переживаю. Ребят, чего, успокойтесь. Все нормально. Все, смотри. Давай, пошел. Давай. Извините, а где у вас чипсы? Так вот же лежат. Да, сейчас я. О, дает. Ой, ой, как мне живот скрутило. У вас нет нож, Пэ? Сейчас скажешь, нет. Пропустите, пожалуйста. Я чуть не померла от страха. Я думала, прям на кассе кони двину. Чего стоишь, доставай. На, глотни. Это что? Тоже обряд посвящения в банду? Нет. Это чтобы ты расслабилась. У тебя руки дрожат. Бери. Тебе показалось. Ну что, полегчало? Нет еще. Дай мне хоть глоток. Спасибо. Так. Ой, да посмешили. Иван, Вильям, у нас правда, гости? Я не звал. Мама! Это я сейчас. О, Жанночка, ты опять поздно с работы. Боже мой, Вильям, какое дивное преображение. Милый, боюсь, вы долго в холостяках не проходите. Мама, что происходит? Ничего, встреча друзей. А, идите все сюда, идите. Идем. Идите. Жанночка, это мои друзья. Это Олег Тихонович, а это Семен. Петрович. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы очаровательны. Лерочка так много о вас рассказывает. Пардон. Очень приятно. А вас мы помним. Как же. Такая паста получилась. Я дома приготовил по вашему рецепту. Внуков от стола не мог оттащить. Да. Да. Вот. Милый Вильям, ну если так много говорят о ваших талантах,
Вы нам срочно нужны в баре. Да, у Олега изжога от компари. Да, у меня изжоги нет. Ага. Да. Так что, все, мы вас ждем. Я возвращаюсь к нашему начатому. Да, давай, разговор. Вильям, ну, есть и хорошая новость. Завтра четверг, ваш день с детьми. Я даю вам выходной. Спасибо. Прикинь, мать вчера вообще не заметила, что я домой под градусом пришла. Совсем до меня нет дела. Ну и круто. Чем меньше родаки лезут в твою жизнь, тем проще. Вот это полный попадос. У отца глаз алмаз, он любую мелочь заметит. Так, тут меня точно не пахнет? Ты чё, мать, со вчера уж все выветрилось. Да не кипиши ты. Если что, скажешь, что устала, много задаю. Все будет нормально, не кисни, давай, пока. Пока. Привет, мышонок. Пап, почему ты так долго не приходил и не звонил даже? Виноват, исправлюсь. Обещаю, такого больше не повторится. Теперь каждый вторник и четверг наши с вами дни. Ура! Ура! Где твой телефон? В рюкзаке. Так, доставай. Так. Достаю, достаю. О, держи рюкзак. Ну вот, теперь все в порядке. Убирай телефон. Надевай рюкзак. Давай. Так. Кать, а твой телефон нужно проверять? Или сама разобралась? Вот, видишь, все в порядке. Да. Все в порядке. Кать, а что ты такая уставшая? Похудела даже. Пап, у меня конкурс. Крокодиловна нас с Игорем совсем замучила. Хочет из нас призеров выковать. Ладно, пап, мне пора. Пока. Мышонок! Пойдем? Пап, я так соскучилась по твоим сказкам на ночь. Мне теперь снятся такие противные сны. Слушай, ну это отвратительно. Так, с сегодняшнего дня устраиваем чтение сказок на ночь по телефону. Договорились? Пойдем. Добрый день. Добрый день. Хотя, какой же он добрый, если опека над детьми досталась вашей бывшей жене. Откуда вы знаете? Вы следите за мной. Ну что, в нашей стране судопроизводство гласное, поэтому каждый человек может... Чего вы хотите? Совсем немного. Я хочу помочь вам восстановить справедливость. Ну, скажите, чего бы добилась ваша, ну теперь же бывшая жена, если бы вы не взяли на себя заботу о детях, о доме? Полагаю, ее успехи были бы скромнее. Конечно, конечно. Мое предложение прежнее. Я помогу вам отсудить у Ирины половину совместно нажитого имущества. Посмотрите вот это. Я подумаю. Всего доброго. Вы знаете, я подумал. Идите вы к черту с вашим предложением.
Вилли, милый, вы же здесь? Доброе утро. Доброе. А Жанночек спустится через 5 минут. Ну что, Жанна Сергеевна, не сомневаюсь. А вы что в такую рань? А, зарядка. Да, кстати, Вилли, кофе мне не делайте, я буду пить теплую воду с лимонным соком. Да. Вильям, я тоже не знаю, кто эта женщина и куда надела мою мать. Доброе утро. Доброе утро. Жанночка, даже твои нападки не испортят мне это утро. Вильям, кстати, сегодня вечером вы даете мастер-класс для моих друзей. Подойдет? Ну, я думаю, итальянская кухня. Мам, ну с твоей активностью у нас тут просто будет скоро дом досуга и творчества для пенсионеров. Жанночка, представляешь, после пенсии жизнь тоже есть. Это же прекрасно. А сейчас Вильям... Мам, а сейчас Вильям нужен мне. У нас много дел. Ты и так забронировала на целый вечер. Не волнуйтесь, Калия Павловна, я весь вечер в вашем распоряжении. Непременно. Сейчас, физкульт, привет. Мам, береги себя. Спасибо. Скажи, пожалуйста, ты знаешь такого юриста Соломатина? Да, знаю, мутный тип. То, что он мутный, я это сам понял. А вот на кого он работает? Работает он на Савельева. А Савельев перекочевал в бизнесмена из бандитов. Но старые привычки остались. Так что советую держаться от обоих подальше. Непременно воспользуюсь твоим советом. А сейчас быстро завтракаем и едем. Куда? Подожди, ты что? Чтобы я вот это надела? Я настаиваю. Отнесите примерочную. Нет, ну это же какой-то кошмар. Жанна, что? Твоя одежда – это послание к миру. Ну, о чем говорит вот этот вот жакет, застегнутый на все крючки, вот эта вот монолитная юбка? Ну, не влезай, убьют, что ли? Вот именно. Это огромными буквами на лбу написано. Теперь одевайся. Вперед! Ну, вообще ничего. Ой, а что это за красота? Вот, возьмите. Стоп. Привыкай брать паузу. Одежду подает и принимает мужчина. Удобно. Пользуйся. Красиво. Так, все, нам пора. Стоп, подожди. Ну куда ты мчишься к дверям, как спринтер к финишу? Дверку открывает и закрывает мужчина. Прошу. Эй, постойте! А товар платить? Простите, мы увлеклись. Я беру все. Да. Алло. Артурчик, слушай меня внимательно и не перебивай. Все твои гарантии Вильям на одном месте вертел. Геннадий Дмитриевич, да я... Рот закрой. Значит так, берешь детей и везешь ко мне на дачу. Дальше сам решать. А детей зачем? Затем, что ради детей отец согласится на все. И подпишет все, что нам нужно. Действуй, Артурчик, и быстро, быстро. Геннадий Дмитриевич, а... давайте как-нибудь без детей вопрос решим. Я же не бандит. Я дожму, я обещаю. Дайте мне пару дней. 2 дня и не минуты больше, Артурчик. Привет. Простите, Ирина Николаевна, сейчас занята. Ириночка, у меня важное дело.
заинтриговал. Что за дело? Иск о разделе, соответственно, нажитого имущества. Предсказуемо. Только ты ничего не получишь. Ну, ничего не надо. Эти бумаги мне упорно подсовывает некий Соломатин Юрий Савельева. Слышал о таком? Доводился, что? И то, что даже мне с моими домохозяйскими мозгами понятно, что против тебя ведется какая-то грязная игра. Я с этим разберусь. Да. Разберись. Я не знаю подробностей, но принимать участие в этом я не собираюсь. Это на всякий случай. Отказ от имущества, нажитого в браке. У тебя появилась привычка к широким жестам? Нет. Просто мне всегда была нужна ты и девчонки. А не твои деньги. Артур, ты где? Приходил Вильям. Он отказался от всего, от квартиры, от денег. Какой он благородный. Мне кажется, я была несправедлива к нему. Когда ты приедешь? Ир, я плохо слышу. Я перезвоню тебе, пока. Дебил, блин. Все планы мне спутал. Я расскажу маме, что ты при мне ругался. Ябеда и плакс. Сев в папочку. Вильям, позвольте вам сказать, это было просто восхитительно. Ну, не уверен насчет восхитительно, но рецепт действительно простой. Зачем же вы себя так принижаете? У вас ведь редкий кулинарный дар. Поверьте мне, я знаю, что говорю. Мой сын – продюсер шоу «Супершеф». Правда? Да. Вы не представляете, это самая любимая наша программа с вашей дочерью. Мы не пропустили ни одного выпуска. Вы знаете, передайте своему сыну, что он делает потрясающее шоу. Я предлагаю вам сделать это лично. Сейчас проходит отборочный конкурс для шоу следующего сезона. Я думаю, Вильям, вот вам там будет самое место. Ну, я как-то все-таки любитель больше. Да и жизнь так складывается, что как-то сейчас не до конкурсов. Все равно подумайте. До завтра времени хватит. Внимание. Ну, как всем очевидно, наш домашний кулинарный урок удался. Так что жду вас всех завтра, в это же время. Да, будем готовить азиатский обед. Из трех блюд. Да, Вильям? Азиатский? Даешь лапшу. Устал? Тяжелый день? Давай, помогу тебе чуть-чуть расслабиться. Ну, хоть что-то приятное за сегодняшний день. Я вообще не понимаю, как ты на себе все тащишь? Да как? Как лошадь.
Развалила и тащу. А ты ведь не лошадь. Ты красивая, молодая женщина. Тебе просто должен кто-то помогать. Кто? Ты, что ли? Ну, я вряд ли помогу. Но зато я знаю хороших ребят. Фирма «Стелла». О, да. Ты можешь с ними объединиться. Ну, и они смогут взять часть твоих дел на себя. Ты мне уже все уши прожужжал этой «Стеллой». Да я не могу вот так просто смотреть, как ты на работе убиваешься. Хорошо, познакомь меня с ними. То Савельев что-то затевает, и мне понадобится помощь. Так, я напишу им прямо сейчас и договорюсь о встрече. Ты маленькая девочка, но большая умница, мышонка. А как у Кати дела? То она совсем со мной не стала разговаривать. Пап, так она к конкурсу готовится. Уходит из школы, возвращается только к ночи. К ночи только, понятно. Ага, папа. А почитай мне сказку на ночь, как всегда. Ну, давай. Только ты ложись, хорошо? Мышонок, ты помнишь, на чем мы в прошлый раз остановились? Угу. Так, нашел. Маленькая разбойница жила в хижине посреди огромного леса. Самого большого леса в королевстве? Ну да, это был самый большой лес во всем королевстве. Соседями маленькой разбойницы были птицы, еноты и олени. И медведи? Они же тоже жили в лесу. Ну да, только они жили чуть подальше. А однажды утром маленькая разбойница проснулась от громкого стука топора. И король пообещал больше никогда не охотиться в лесу. Маленькая разбойница. Мемуары? Не рановато приступил? Нет, готовлюсь к завтрашнему ужину. Твоя мама лихо пообещала азиатскую кухню, а я в ней совсем не разбираюсь. Да, мама умеет между делом осложнить всем жизнь. И я хочу пойти по ее стопам. Завтра мы обедаем в ресторане «Невод». Нет, это исключено. Я не пойду в заведение, где моя жена целовалась с любовником. Нет, пойдешь. Ты должен научиться преодолевать свои страхи. Иначе они будут управлять тобой. Завтра в 2. Смотри на меня. Это всего лишь ресторан. Один из многих. Только это не просто ресторан. Здесь вся моя жизнь посыпалась к черту. Ну, выплюнь зубочистку. В конце концов, это неприлично. Извини. Добрый день. Мне, пожалуйста, вот этот салат и овощи на гриле. А для молодого человека стейк средней прожарки. Бутылку воды без газа. Спасибо. Спасибо. Знаешь, тоже с ресторанами не задалось. Ну ничего, как-то справилась. А тебя, наверное, обсчитали или долго обслуживали, да? Нет, не угадал. Мы очень бедно жили. Отец ушел от нас. А мама горбатилась на двух работах. Денег все равно было мало. Когда мне было 17 лет, я первый раз попала в ресторан. С мужчиной? Именно. Он был на 7 лет старше меня, такой серьезный, уверенный. Сказал, чтобы я заказывала все, что захочу. Я выбирала 7 блюд. Ого. Тебе не скажешь, что ты была обжорой. Играла живая музыка, и мы танцевали. Я так танцевала. А потом
Он сказал, что за все в этой жизни надо платить. И после десерта мы поедем в сауну. И ты... Ну, конечно, нет. Я сбежала через кухню. И с этого момента я решила, что буду зарабатывать столько, чтобы за все и всегда платить самой. И еще я больше не танцую. Вообще не танцуешь? Подожди, что, даже с любимым мужчиной танцевал? А с любимыми мужчинами у меня вообще не задалось. Вадим обожал чистоту. Устраивал скандалы, если находил, знаешь, следы капель на своей ложке. Кирилл мог есть с пола. Особенно, когда выпивал. Выпивал Кирилл каждый день. Ну. Олег не брал ни капли спиртного в рот. Но за полгода увел у меня 7 клиентов. Меня уволили. И мне пришлось открывать свое дело. А потом появился Сергей. Настоящая любовь, африканские страсти, клятвы верности, любви. За месяц до свадьбы я застала его в постели со своей секретаршей. С тех пор я завязала с возлюбленными и с секретаршами тоже. Да. Ты куда? Сергеевна, разрешите вас пригласить на танец? Да я же сказала, что я не танцую. Ты же сама говорила, что надо преодолевать свои страхи. Ну подожди, сейчас же день, обед. Ирусь, а почему мы стоим? Пойдем. Я туда не пойду. Ирусь, как не пойдешь? Ты же есть хотела. Перехотела. Перестань называть меня Ирусь, и сколько можно повторять? Началось. У нас огромный опыт в сфере озеленения, а также в работе с интерьерами. И мы были бы очень рады видеть вас в числе наших клиентов. А вы ведь сюда не за этим пришли. Не отвечайте, это не вопрос. Я просто знаю, кто вы. Да, пришла на вас посмотреть. Очень хотелось узнать, кто ж так быстро окрутил моего мужа. Вашего бывшего мужа. И вы нашли ему замену. Задолго до развода. Что, хотите сделать еще одну брачную рокировку? Вот моя личная жизнь вас не касается. А моя вас. Олеся, зайдите, пожалуйста, ко мне. Мы закончили. А вы молодец. Сделали из Вильяма человека. Приятно посмотреть. Для меня бы он так не изменился. Откуда вы знаете, что и для кого он делает? Вы когда с ним последний раз говорили по-настоящему? А вот это я почитаю. У вас интересное предложение. Олеся, отнесите ко мне в кабинет. Катя ночует у своей подруги из школы. А что за подружка, как ее зовут? Алиса вроде бы. Пап, я не помню. Артур Катю отвез. Понятно. Но мне от этого спокойнее не становится. А еще начинается новый сезон «Супершеф». А я знаю. Жалко, что мы не сможем смотреть его вместе. Ничего подобного. Ничего не жалко. Даже очень хорошо, что мы не будем его смотреть вместе. Почему? Потому. Не могу тебе сказать пока. Это секрет. Лерочка. Дорогая. Я не мастер говорить красивые слова, но вы перевернули всю мою жизнь. Здрасте. Простите, я не знал, что здесь кто-то есть, и
Олег Тихонович зашел пораньше, чтобы помочь мне в организации кулинарного вечера. Олег Тихонович, вы знаете, я подумал и принимаю ваше предложение. Я так и думал. Поздравляю. Только я хочу вам сказать, что отборочный конкурс «Супершеф» вы будете проходить на общих основаниях. Ну, разумеется. Минуточку, это вы говорите об этом ужасном телешоу, которое вы все время смотрите? Вы что, собираетесь принять в нем участие? Да. Вилли, милый, поздравляю. Я уверена, что вы одержите в нем молниеносную победу. Ну, в таком случае пойду приготовлю вам гужеры. Лерочка, присядем. Я возвращаюсь к начатой мною беседе. А я что? А я сделал вид, что маминого кошелька ты и не видел. Что, что? Опа, опачки. Поперло нам, брателлы. Прокатимся? С ветерком! Вы что, ребят, с ума сошли? Это шугон. Да давай, мы прокатимся и вернем. Садись давай. Погнали. Обожди-ка. Стой! Покатались. Когда мы вернем машину? Слушай, что-то сегодня такая скучная. Нудишь и нудишь. Слышь, Дэн, походу нам сигналят. Блин. Тормози тачку, ушлепок! Сворачивай, блин. Сворачивай. Добегалась. Ты знаешь, чью тачку подрезала? Не дай бог, хоть царапину найду. На сервелат пойдешь. Папочка, приходи поскорее, пожалуйста. Ну что, расселась? Что-то твой папашка не сильно торопится. Уже утро наступило. Ну да ладно. Поедешь с нами, там разберемся. Катя, с тобой все в порядке? Так они хоть пальцем тебя тронули? Нет? Ну, смотри на меня. Нет, ага, все. Слышь, терпила, сначала бабки гони, потом девку заберешь. Иди в машину.
А теперь я вас внимательно слушаю. А что нас слушать-то? 200 штук гони и разбежались по-быстрому. 200 штук — это за что? Киндеры нам тачку поцарапали. Плюс моральный ущерб. Моральный ущерб? Сейчас звоню прокурору и про моральный ущерб на Петровке рассказывать будете. Вы хоть знаете, кто я такой? Это вам вообще повезет, если вы просто за похищение человека отъедете. Один мой звонок, и вы вместе с вашей тачкой оказываетесь на дне ближайшего карьера. Ладно. Ладно, брателло, извини. Не знали, на чью дочку наехали. Я тебе не брателло. Я Вильям Леонидович. Запомни на будущее. Катюш, а ты что здесь делаешь? Катюнок, иди в комнату. А что с ногой? Мама сейчас к тебе придет. Ты знаешь, где я ее нашел? На пустыре с двумя бандитами. Как она туда попала? Она с тобой живет, ты должна знать. Да она была у подруги, ее сам Артур туда отвез. Артур! Артур. Да, что ты? Иди сюда. Что творишь, а? Артур. Куда отвез мою дочку, а? Куда я отвез? К друзьям, что дело молодое, пусть погуляет. Так, еще раз. Мои девочки окажутся в опасности из-за тебя. Я тебя из-под земли достану, понял? Еще раз такое повторится. Подобное. Я у тебя заберу девочек, и никакой суд тебе не поможет. И верни Кате ключи. Ты что за цирк сюда пораньше? Психопат, блин. Ира, мне за что, а? Еще раз соврешь мне про девочек, пойдешь к чертовой матери. Мамочка, прости меня, пожалуйста. Я ведь просто хотела к друзьям. Мама все виновата. Я ведь думала, что нравлюсь ему. Правда нравлюсь. Он так сильно испугался. Он бросил меня одну с этими бандитами. Я кричала ему, он даже не остановился. Ты злишься на него. Это хорошо, это нормально. Мама, я злюсь на себя. Потому что поверила ему. Мы все ошибаемся, дочь. Все хорошо. Я ошибаюсь, и папа ошибается. Это нормально, так бывает. Все кончилось уже. Все, ты дома. Ты рядышком со мной. Все хорошо. Да, машина у тебя зверь. Спасибо, что выручила. Я тебе на свои коломаги часа три тащился. Обращайся, как Катя. Катя. Дома. Напуганно, но цела. А Ира как? Держится, хоть и устала. Но выглядит хорошо. Вот этого Артура я чуть не придушил сегодня. Ого. Ты лично с наростом притормози. А то правда в следующий раз его прибьешь. Скажи только честно. Я, наверное, тряпка, да. Потому что по Ирке скучаю даже после всего того, что она сделала. Да нет. Ты просто ее любишь. Эй,
Мы все сбежали и бросили меня, а ты меня предал. Чё ты орёшь? Всё ж в норме. Ты от чуваков отбрехалась? Или ты хотела, чтобы нас всех скрутили? Я бы тебя не предала. Я никого никогда. Наедине хотела поговорить. Ну? Попроси меня, пожалуйста. Я должна была сказать суду, что хочу жить с тобой и с мамой. Котенок, ты не виновата, просто обстоятельства. Да нет, это я во всем виновата, ты же сам знаешь. Попроси меня, пожалуйста. Ну, котенок, мне нет, что тебя прощать. Успокойся, все хорошо. Все хорошо. О, мышонок. Привет, мышонок. Папа, привет! Садись. Поехали скорее домой. Скоро супершеф начинается. Нельзя опаздывать. Так, главное завтра не опоздать к началу. А то для вас там будет отличный сюрприз. Поехали. В делах и заботах. Оставил тебя ненадолго, и ты опять утонула в работе. Здравствуй. Здравствуй. Я вернулся в Москву час назад и сразу поехал к тебе. Соскучился ужасно. Надо же, а я не думал, что ты такой сентиментальный. Ну еще какой. Мне нужно срочно восполнить дефицит Жанны в моей жизни. Приглашай вечером на ужин. На этот раз отказа не приму. Отказа и не будет, у меня как раз свободный вечер. Давай 8. Опаздывай. Машина, дай попкорн. А теперь встречайте нового участника, Вильям Ковригин. Катя, папа в телевизоре. Здравствуйте. Там папа. Ура! Там папа в телевизоре! Мама, срочно включай телевизор. Там папа в супершефе. Котеночек, мне сейчас некогда. Ну, работа по горло. Давай ты мне вечером все расскажешь. Давай, пока. И наш главный приз – 1 000 000 рублей и обучение в лучшей французской школе Монт-де-Лисье. Ну, вы-то, конечно, не чувствуете, но те зрители, которые находятся у нас в зале, чувствуют ароматы этих блюд. Скорее, скорее, прекрасные, скорее, скорее, ты успеешь, ароматы. Давай. Мне кажется, что вот эти ароматы даже чуть прекраснее. Хотя ну, нет, эти ароматы тоже хороши. Скажите, вы верите в свою победу? Ирина Николаевна, что-то случилось? Конечно. Ноги отекли. Вы уверены? Ну, конечно. Сбегай, пожалуйста, в аптеку. Нужна мазь. Хорошо. Мне кажется, должен быть сильнейший. Все, сервируй. Так вот, начальник в гневе. Уволю, если все не исправишь через неделю. А я ему... Отдам всю премию, если уволишь прямо сейчас. Я хочу сказать тост. Я так рада, что встретила тебя, мужчину, на которого можно положиться, опереться на сильное плечо. Но мое плечо всегда в твоем распоряжении. Это так хорошо, что я могу тебе довериться. Я же знаю, что ты меня никогда не обманешь, не предашь. Сейчас это такая редкость. Но за тебя.
Да. Добрый вечер, я преподаватель Кати. Звоню сообщить, что вашу девочку отчисляют из музыкальной школы. У нее хроническая неуспеваемость. Хорошо, я вас понял, я все передам матери. Спасибо, до свидания. Кто звонил? Да это номером ошиблись. Ируюсь. А давай займемся взрослыми делами. Ну, нашел место и время. Дети, между прочим, еще не спят. Ира, а что это у тебя в последнее время? И места не то, времени нет. Ты плохо понял? Сказала же, что не хочу. Вот овца упертая. Проходи. Осторожно. Пришли? Да. Ну все, не томи. Снимай повязку. Подожди, ты же мне доверяешь? Доверяю. О. А, вот такие сюрпризы я люблю. Многообещающе. Не знал, что ты такая. А я тоже не знала, что ты такой. Такой лживый и отвратительный лгун. Жанночка, не понимаю, о чем ты говоришь. Я слышала твой разговор с Вильямом. Мне твоя Жанна на хвост не упала. Жанна, это была шутка. Ну и прекрасно. Но тогда и на мою шутку ты не обидишься. Счастливо оставаться. Это дом моей подруги, она его продает. Шутник. Знаешь, почему я вернулась? Я вспомнила, что я взрослый человек и не играю чувствами других людей. Жанна, с самого начала все получилось по-дурацки. Да, я не был с тобой честен. Сейчас все изменилось, у меня правда чувства. Мне это не интересно. Жанна! Что ты здесь? Чего надо? Ну как чего, репетировать? У нас же дуэт, а у меня как раз воспаление легких кончилось. Давай сегодня вместе в музыкалку пойдем. Кать, тебя же отчислили из музыкалки за прогулы. Крокодиловна домой звонила родителей предупредить. Я думал, ты знаешь. Ну что я дома скажу? Папа за меня так переживал. Кать, ты подожди, не плачь. Давай вместе в музыкалку сходим, с директором поговорим. Я с тобой позанимаюсь, мы все подтянем. Правда пойдешь? Пойду. Спасибо, я такая дура была. Извинения приняты. Пошли, а то сейчас звонок будет. Павел на следующей неделе собирается устраивать на вашем участке пикник. Спасибо, что предупредил. Чувствую, цветник после этого придется высаживать заново. Спасибо.
Я увольняюсь. Подожди, что, из-за мамы? Я запрещу ей пикник. Нет, из-за себя. Спасибо тебе, ты действительно помогла мне измениться, но мне надо двигаться дальше и стать кем-то значимым для своей семьи. Ты что хочешь, подожди, баллотироваться в депутаты? Да, ну, увы, удерживать тебя силой я не буду, да, и не могу. Да и друзья так не поступают. Я знал, ты меня поймешь. Поверь мне, ты уже кто-то значимый, даже если твоя семья еще это не поняла. Игорь, ты серьезно? Бриттон за 2 недели. Если репетировать каждый день... Да, но это займет 4 месяца. Нет, давай вернемся к Чайковскому. Ха, лузеры труда, лузерскую музыку. Немедленно отдай. Или что? Запиликаешь до смерти своей скрипочкой? И пальчики береги. Ну, ты отдай и вали. Какая строгая. Да. Ты бы поосторожней компанию убирал. Будешь тусить с лузером. Сама такой станешь. А я не против. Нота отдай. А, обойдешься. Ай, ты что, чеканутая, что ли? Я пошутил. Ты что-то очень дерзкая стала. Не твое дело. Давай, снимай, снимай. Нам нельзя сокращать срок поставки, иначе нас ждут серьезные... Иначе нас ждут серьезные репутационные потери. Понимаете, это очень важный вопрос. Это тебе не поможет. Заканчивай цирк. Я разлюбила клоунов. Вообще-то он там. Прекрасная принцесса, позвольте умчать вас в страну рыцарей и фей. Спасибо. У меня другие планы. А поедемте, обсудим наши договоренности. Что для вас значит победа в нашем конкурсе? В первую очередь, это возможности. Возможности, которых у меня раньше не было в моей жизни. Возможность профессионально заниматься любимым делом. Ну и возможность заслужить уважение моих девчонок. Мы с тобой два главных фрика. Никогда не думал, что популярность так утомить. Расслабься, это ненадолго. Скоро начнутся экзамены, про нас все забудут. И про драку, и про то, что мой папа вышел в финал телешоу. Эй, полегче. Хватит одного предупреждения. И тебе, правда, нужно беречь пальцы. Я спокоен, как слон. Но если бы не ты, я бы так и окончил школу без единого вызова к директору. В следующем году наверстаем. Жалко только, что отбор на конкурс завалили. Это я во всем виновата. Прости меня, пожалуйста. Уже просил. Зато на следующий год такую программу ему забабахаю. Обещаю. С завтрашнего дня начну разучивать Бриттона. Невозможно выигрывать все. Нам везло в серии пенальти последние пару лет. Несколько раз побеждали благодаря 11-метровым. Да. Эй, ты что сделала? А у нас что, машинка сломалась? Похоже, у тебя уши сломались. Я сколько раз тебе говорила, что грязное белье должно лежать в корзине.
Да, это лежало на моем туалетном столике. Ну так в корзину надо было и положить. Ты что, меня со своим бывшим мужем подкаблучником спутал? Не смей так о нем говорить. А ты давай не смей указывать, что мне делать, ладно? Да. Слушай меня внимательно и молчи. Пасешь ее еще 2 дня, подписываешь сделку, и ты свободен. Долги спишь. Угу. Ну что мы с тобой ссоримся по мелочи? Мне правда из-за этой сделки нервы ни к черту. Ты мой актерский темперамент. Мне все понятно про твой темперамент. Только здесь не съемочная площадка. Да, да, здесь твой дом и твои правила. Этого больше не повторится. Я очень рад, что ты меня услышал. У меня будет к тебе еще одна просьба. Давай сегодня ты переночуешь у себя. Отдохнем немножечко друг от друга. Полечишь нервишки. Как скажешь, любимая. Доброе утро, Вильям. Доброе утро. А где Калерия Павловна? Она что, теперь не завтракает? Калерия Павловна завтракает, но не дома. Она у меня пошла по общественной линии вместе со своими бешеными пенсионерами. Взяла шефство над детдомом. Отличная новость. Надеюсь, теперь там она наведет порядок. Ой, не то слово. Я уже профинансировала ремонт детской комнаты, 3 экскурсии, 2 спектакля и концерт. Кстати, держись, скоро тебя позовут учить детей готовить. Я с радостью, как только закончится программа «Супершеф». Кстати, хотел позвать вас с Калерией Павловной поболеть за меня в прямом эфире. Конечно, я приду. А мама устраивает себе онлайн-просмотры вместе с детишками. Угу. Ничего себе. Ты знаешь, а я вот скучаю по ее придиркам, мигреням. Вот это запеканочка. Как в детстве. Вильям, лучший завтрак выходного дня. Кстати, я хотел поговорить с тобой о нашем общем друге. Ни слова. Не порть мне аппетит и выходной день. Извини. Ничья продержалась до 85-й минуты, когда лучший бомбардир выпустил график. Ну что, как? Понятно. Ничего не вышло. Эй, ты давай полегче. Закуску дождись. Первый раз. Представляешь, первый раз я влюбился. А она слышит, ничего не хочет. Самое странное, знаешь что? Я не помню, когда меня перемкнуло. Вроде все было хихи, ха-ха. И вот я уже втрескался по уши. И никакие мои приемы не работают. В этом-то и есть вся проблема. Оставь ты эти приемчики. Жанна на них не купится. С ней нужно быть искренним. Без этих дешевых понтов. Дешевых? Угу. Ты знаешь, сколько стоит аренда свиньи? Она, между прочим, почасовая. Сочувствую твоему экономическому горю. Но весь этот балаган тебе не поможет. А что поможет? Вилли, и вот сейчас искренне. А она все равно не верит.
Ну, для начала надо перестать ныть. Жанну я пригласил на финал шоу. Приходи и ты. Это твой последний шанс. Не, подожди. Алкоголик ей тоже не нужен. Поздравляю тебя. С чем? С выходом в финал? Спасибо. Как ты? Нормально. Кстати, я пришел именно за тем, чтобы позвать тебя с девчонками завтра на финал шоу. Поболеть за меня. Ну, если, конечно, ты за меня болеешь. Да, конечно, за тебя, Вильям. За кого же еще? Но только завтра я не смогу. У меня очень важная сделка – слияние. Но Артур девочек привезет. Артур. Ну что ж, жаль, конечно, что тебя не будет, но… Что ж, попрошу их тогда встретить. Пока. Вильям! Я правда очень хочу пойти, но не могу. Я не могу ни отменить, ни перенести сделку. Но представляешь, это как сбежать из-под венца. Забавно, что ты использовал именно это сравнение. Мне и самому последние лет 5 казалось, что ты замужем. За работой, а не за мной. Давайте быстрее, мне еще нужно в офис успеть на сделку к вашей матери. Нашли себе водилу, вози. Да. Алло, Артурчик, ты в офисе? Нет, я домой заехал, мне нужны детей. Ты с ума сошел? Какие дети? Быстро дуй в офис! Или, может быть, ты завтра готов отдать долг? Геннадий Дмитриевич, я же вам обещал. Я зуб даю, она подпишет документы на слияние. Хоть завтра забирайте эту фирму себе. Смотри, Артурчик, тебе же хуже будет. Хорошо, я лично все проконтролирую. Ну что, переоделись, можем ехать. Никуда мы с тобой не поедем, козел. Звони маме, я его задержу. Прости. Тебе поможет мигалка. Включил, все сразу обратят внимание, не надо резину жечь. Можно еще купить и рейндж, тоже все будут пялиться. Ты уже купил? Поздравляю, какой стремительный финансовый взлет. Слушай, ты мне всю душу вымотала. Что мне сделал, чтобы ты меня простила? Ничего. Ничего, меня такой ответ не устраивает. Ну мне что, покаяться на Красной площади, все продать, цветы купить? Слышишь, крыши прыгнуть? Мне твои широкие жесты неинтересны. Играй в нарцисса с другими, видимо, по-человечески ты не можешь. По-человечески? Это как? Не знаю. Вот-вот, ты сама не знаешь, а виноват я. Пусти, пусти, гад! Я до тебя доберусь! Тихо. Да пусти! Телефон верни, сволочь! Верну. Мать документы подпишет, я сразу все верну. Мышонок. Мышонок, ты сильнее клаустрофобии. Смотри на меня. Я здесь, я рядом. Так, где твой ингалятор? Он, кажется, в школьном рюкзаке. Раз, раз. Вань, прижми немножко. Можешь небольшое объявление? Добрый вечер, дорогие гости.
Пока участники готовятся поразить нас своим талантом, позвольте мне кое-что сказать. Среди вас в этом зале находится удивительная женщина. Наше знакомство началось с того, что она открылась мне, а я повел себя как последний подонок. Я никогда не прощу себя. Но она великодушная женщина. Я надеюсь, что она простит меня. Потому что я полюбил ее всем сердцем. Я не знаю, как дальше жить без нее. Жанна, ты станешь моей женой. Подожди меня здесь, ладно? Ага. Так, он должен быть где-то здесь. Я же помню, я спрятала его где-то здесь. Мышонок, я нашла. Он же разъявился. Да вот еще я сама его вырубила. Позвони папе. Извините. Перезвоните позже, ваш эфир начнется простите, через минуту. Простите, я должен ответить. Да, котенок. Папа, что делать? Маше плохо. Артур запер нас в гардеробной, и у нее приступ. Так, Кать, дай ей трубку. Мышонок, привет, ты меня слышишь? Мышонок, ляг скорее на пол, и пусть Катя даст тебе что-нибудь мягкое. Ну вот, совсем как в кроватке. Давай-ка я тебе почитаю нашу вечернюю сказку. В последний раз принцесса заблудилась в лесу. Ей помог найти дорогу большой медведь. Помнишь? Позовите, пожалуйста, за кулисы моих гостей. Жанну и Алексея, это срочно. День у принцессы не задался с самого начала. Гостей Коврикина, Жанна и Алексея за кулисы. А что происходит? Ирина Николаевна, там уже все собрались. Только вас ждут. Да, Лидочка. Сделаем кофе, пожалуйста. Сейчас я Вильяма дождусь и приду. К сожалению, мы вынуждены объявить техническое поражение Вильяму Ковригину за отказ от участия в финальном соревновании. Как? Мне только что сообщили, что с детьми нашего участника приключилась какая-то беда. Что с моими детьми? Да с ними все нормально. Я их сам отвез на передачу и оставил там. Их нет в студии, телефоны не отвечают. Куда ты их дел? Я понимаю ваше беспокойство, но давайте подпишем все документы, и я лично позвоню в ГУВД. Если с ними что-то случится, тебе конец. Прошу прощения, сегодня мы ничего подписывать не будем. За ней, быстро. Мышонок, ты меня слышишь? Да, папа. Так вот, я продолжаю. Тогда принцесса решила, раз никто ее не слушается и не хочет делать так, как она хочет, то она уйдет жить в лес. Алло, консьерж? Как его нет? А с кем я разговариваю? Дворник? Так, хорошо, передайте консьержу, что он уволен. Жанночка, этот консьерж, кажется, не твой подчинен. Однако это мне не помешает его уволить, вот увидишь. Алло, служба спасения? В опасной ситуации находятся дети. Так, подожди. Так, дела не Бери делаются, руки. Ты меня очень сильно подставляешь. И, Русь, подпиши документы и потом проваливай. Сколько раз говорил, не называть меня Ирусик. Да. Алло, это Жанна. Девочки заперты у вас в квартире, в гардеробной. У Маши приступ.
Да я всего на 5 минут отошел. Спину скрутило. Что мне, и в аптеку сбегать нельзя? Мышонок, иди сюда скорей. Где ингалятор? Неси быстрее. Вы уволены. Можете обижать все аптеки в районе. Женщина, да вы что? Я не женщина, я Жанна Сергеевна. Жанна Сергеевна. Дыши. Дыши, вот умничка. Умничка. Жанна Сергеевна. Давай, ложись. Пожалуйста. Хорошо. Ладно, на первый раз я вас прощаю. Вы свободны. Спасибо. Папа, я знала, что ты придешь, что ты спасешь меня. Всегда, мышонок. Ты только позови. Ой, господи, девочки мои, все в порядке? Все хорошо? Мам, мам. О, господи, маленькие мои, простите меня, пожалуйста. Простите. Я во всем виновата. Маленькие мои. Это я во всем виновата. Мам, простите меня, пожалуйста. Простите. Я все разрушила. Женечка, все хорошо. С нами все хорошо. Мы не сердимся. А ты? Если еще не поздно, прости. Я тебя очень люблю. Я согласна. С кем? Стать твоей женой, согласна, балда. Так, еще один вопрос, и я передумаю. Ни за что. Ну, кому плохо? Никому, у нас уже у всех все хорошо. А нас зачем вызывали? Будем, значит, сложно вызов оформлять. А может, будем быстрее на вызов приезжать? Я вам, между прочим, 1.5 часа назад звонила. Так пробки! Вот им ложный вызов оформляйте. Еще и дверь сломали. Это хорошо, что сломали. Нам все равно замки менять, да? А пока вы ехали, мы сами друг друга спасли. Пойдем, нам пора. Счастливо оставаться. Свадьба через 3 недели. Что? Хорошо, когда все женятся. Да нет, нет, Лёш, этого не будет. Нет, этого тоже не будет. Почему? Да потому что я не буду переделывать 5-й раз меню, из-за которого вы переносите свадьбу. И передай это, пожалуйста, своей невесте. Все, Лёш, пока. Чего они? Ничего, опять не мог на вот меню договориться. Но свадьба – это не сразу в жизни, это должно быть идеально. Я их понимаю. Что у нас сегодня на завтрак? Авторская каша. Прошу. От шеф-повара лучшего московского ресторана. Ну, пока еще не лучшего, я только шеф-повар как 3 месяца. Но обещаю, через 3 месяца наш ресторан станет лучшим в Москве. Очень вкусно. А что у нас сегодня на ужин? Гужере, ананасы с кусочками филе курицы и приправленный сыр. Но только надо будет разогреть. То есть ты сегодня Берлёва ночуешь? Да. Завтра большой банкет, и, понимаешь, надо будет с самого раннего утра. Давно хотела с тобой поговорить. Ну, пожалуйста, переезжай назад. Ну, невозможно жить на 2 дома.
Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ну, давай так, как мы с тобой договорились. Как только я заканчиваю оформление кредита, отдаю тебе половину стоимости этой квартиры, и я приезжаю. Ну, не нужны мне деньги. Мне нужен муж. Девочке нужен отец. Мальчику, между прочим, тоже. Какому мальчику? Так, а ну-ка, смотри на меня. Смотри, смотри, смотри. Ну-ка, ну-ка. Ну, уже 6 недель. Ирка! Мам, пап, хватит целоваться, сколько можно? Забудь, они теперь друг от друга вообще не отойдут. Никогда. Так, лучше мне скажите, кто будет кашу? Я! Маш, смотри. Это. Мам, пап, да? А если вам можно мальчика заводить, можно нам с Катей собаку? Мы обещали. Можно.